Всем привет! Сегодня будем делать вот такой замечательный веночек из цветов. Для веночка я выбрала вот такие цветы, белые и красные, тычинки красные и такие немножко зеленые, и ягодки. Вы их можете либо сделать сами, либо купить в магазине. Продается очень много штучных цветов. Разъединяем все букетики так, чтобы мы могли брать каждый элемент отдельно. Берем ободок, любой какой у вас есть в доме, и начинаем плести венок. Можно начинать с одной стороны и плести венок другой, тогда мы не сможем сохранить симметрию. Или же можно начать со середины и плести симметрично в две стороны. У меня венок будет симметричным. Вот я по центру закрепляю цветочек при помощи проволоки, на которой держится сам цветок. И дальше закрепляю тычинки таким же образом. Также закрепляем ягодку одну, вот сейчас вторую. И цветы другого цвета, вот красные. Таким же образом закрепляем все остальные элементы. Вот сами смотрите, где нужно что-то добавить. Например, вот здесь возле белого цветочка я креплю зеленые тычинки. Но вы можете делать и по-другому. И вот наш веночек готов. Всем спасибо за просмотр. Удачи и подписывайтесь на мой канал.